Привет, дружочек, я знаю, как ты устал от заточения хоть чего угодно, только не вот этого всего. Но ничего не попишешь, пока сидим чилируем, рассуждаем, как мир, да и мы изменимся после пандемии. Начнем с верхушки. Правительства всех стран осознали, что они неуязвимы. Тонны денег, которые тратятся на военные и оборону, не могут защитить тебя от простой простуды. Кто бы мог подумать, что людей убивают не только пули. Но самое главное, не существует экспертов, которые могут подсказать руководству страны, как справляться с проблемой, если проблема абсолютно новая. Вулканы, метеориты, Ктулху или гурманы из Азии. Предугадать, что захочет покарать на этот раз человечество, невозможно. Ну, почти невозможно. Давайте вспомним нашего приятеля, о котором мы здесь частенько говорим. Это искусственный интеллект. Один из таких родом из Канады. Не смейтесь над его именем. Зовут его Блюдо. Он работает на основе машинного обучения с 2014 года на благо туристических авиакомпаний в Канаде. И собирает информацию, начиная с нытья в Твиттере о простуде и заканчивая базами информации о передвижении всех, у кого есть смартфон Apple или Android. Это помогает вводить меры для их сотрудников и клиентов в предполагаемых очагах заразы. Блюдо в канун нового 2020 года не тусил с женщинами среднего возраста в твоем городе. Он неустанно мониторил соцсетки и новости на предмет вспышек заражения, что позволило компании выпустить предостережение для Минздрава Канады и других своих клиентов еще 31 декабря. И это не первый успех Blue Dot. На его искусственной груди блестят медали за своевременное предупреждение об Эболе и Зике. Причем и не только кричит «Караул, спасайтесь, кожаные!», но и наоборот может своими отчетами и моделированием ситуации с зараженными успокоить буйных ребят, ну, из ВОЗ, например. Так Blue Dot спас Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, куда хотели ограничить поток туристов. Представители компании, занимающиеся этим искусственным интеллектом, заверяют, что вся информация, которую скармливают машине, обезличена. Миллиарды авиаперелетов, перемещение сотен миллионов людей с мобильниками, дохриллиард поисковых запросов и постов в соцсетях предоставляют компании Google и Facebook. Поэтому, если вам, не дай бог, понадобится найти таблетки от кашля, вы лучше в окошко покричите, спросите. Тут максимум вам соседи двери заварят. А то, что этот Blue Dot может сделать... Страшно и представить. А ладно, шутки шутками, но получившаяся связка информации от искусственного интеллекта шпиона и решение, что с этим делать от человеков, действительно работает. И работает она пока что лучше, чем вся многострадальная ВОЗ. Как-то так получается, что сами о себе мы заботимся хуже, чем машины. Возможно, потому что пока искусственный интеллект ничего не знает о всех ништяках коррупции. Да и вообще с машиной в государстве люди смогут разделить ответственность за принятие больших решений, ну или просто свалить все на машину. Платите налоги, кожаные россияне. Всеобщее дистанцирование друг от друга ставит новые задачи почти для всех сфер жизнедеятельности. Именно такую фразу я бы вкрутил в текст, если бы писал курсовую на эту тему. Школьники. Школьники массово сводят с ума своих родителей перманентным пребыванием дома и обучением в коллаборации с учителями. Кто бы мог подумать, что фраза «Мам, купи мне компьютер, он мне нужен для учебы» станет истиной. Онлайн-обучение звучит как мечта, но, видимо, пока что не особо достижимое. В первый день... Первые в истории онлайн-четверти сайты и порталы с обучением пали, а когда снова стали онлайн, удивили всех участников учебного процесса своей сыростью и забагованностью. Чудесно просто. Составь краткую запись продолжительность жизни мухов. Полюбившийся Zoom, в котором проводят уроки и совещания, оказался то еще шарашкой с отсутствием нормальной защиты данных. В Даркнете вовсю продаются доступы к аккаунтам за копейки, а приватные разговоры оказываются совсем неприватные. Коронавирус, такой резкой смене формата обучения не был готов никто. В вузах ситуация, конечно, попроще, но только потому, что там находятся люди, которые осознают, зачем вообще им обучение. Однако ни один вуз у нас в стране пока что не решил проблему итоговых экзаменов по предметам и государственным экзаменам для получения дипломов. Скорее всего, это будет такой микс из онлайн-теста и устного опроса по видеосвязи. Развитие интернета в мире и России дает достаточно возможностей для модернизации системы образования, причем уже лет где-то 10 точно дает. Но вот теперь появился прецедент, который должен подтолкнуть к реальным действиям. Аргумент «зачем что-то менять, если и так все работает» больше не прокатит. Тем более, что у нас много примеров успешного дистанционного обучения, и то, что ждет конкретно тебя после пандемии, зависит только от тебя. Классно, да?
Но хоть что-то, хоть где-то. В нашем постоянно меняющемся мире есть кое-что неизменное. Это востребованность программистов. Вот когда меня отправляли в универ, в тренде были экономисты, юристы и строители. Сейчас мы все вместе накрываем своими дипломами дошек. А вместо этого надо идти на интенсив основы программирования Agit Brains. Он как раз отлично встраивается нам по бюджету. Ну, то есть он бесплатный. И подходит не только ребятам с нулевым левелом, но и прошаренным типам, которые наизусть знают стандартный логин-пароль от Wi-Fi роутера. Интенсив поможет тебе получить общее представление программирование, ведь без этого не обходится сейчас ни один разговор. Ну а если ты уже решил связать свою судьбинушку с кодом, здесь тебе расскажут про направление в этом деле, какой язык подходит для твоих задач, еще много полезных вещей, которые ты сможешь использовать в чудесном мире настоящего. Не бойся, если ты вообще ничего не понимаешь в программировании, курс подойдет и тебе, вести его будут гуру со стажем в веб-разработке и обучении, ну и заразить вы друг друга ничем не сможете, потому что курс онлайн. Однако твои тупые вопросы с последней парты выслушают и даже ответят. Тем, кто угадает, где ссылочка, будет подарок. Воздушный поцелуй. Переходите, учитесь. Так вы помогаете и нам, но больше всего себе. Так что давайте вперед, не стесняйтесь. Верю в вас. Но есть и отрасли, которые находятся на подъеме из-за всеобщего сидения дома. Например, видеоигры. В них играют и смотрят трансляции сотни тысяч человек. Но и в них... В наших родных и дорогих могут таиться опасности. А в нашем телеграм-канале мы недавно рассказывали о миленькой игре для Nintendo Switch, которая мистическим образом исчезла из продажи после слухов о том, что игра содержит в своем коде скрытый майнер криптовалюты. Ну, вы же понимаете, времена очень сложные, каждый зарабатывает как может. Еще одну свинью геймерам подложили Riot Games, которые были известны тем, что у них была всего лишь одна игра, но зато самая популярная в киберспорте. Компания разродилась своей второй игрой, Valorant — это такой франкенштейн из Counter-Strike и Overwatch. Аутфаги тут вспомнят Counter-Strike, Warcraft и поставят плюсик в чат. Ну так вот, игра идет со своим античитом, который работает на уровне ядра системы. То есть он не просто устанавливается и запускается как программа, а включается вместе с оперативкой. И у него есть права доступа администратора. То есть все, что хранится и происходит на вашей машине, для него открыто. И более того, он сам может... В принципе, управлять вашим компом. Но кому все это нужно, если античит должен просто чекать, не установлены ли у вас читы на низком уровне? Тут мы включаем параноика и вспоминаем, что Riot Games принадлежит китайскому холдингу Tencent. А китайцы и их гиганты обожают данные пользователей. Так что лучше в Counter-Strike Warcraft сервер поднимай. Во всех перечисленных изменениях прослеживается необходимость защиты информации пользователей. Здесь стоит вопрос о том, что нам важнее – приватность или безопасность. По крайней мере, нам всегда противопоставляют эти два варианта. Будем надеяться, что вся эта стрёмная ситуация пойдет хотя бы на пользу. Правительство и общество, может, уже осознают, что технологии необходимо развивать для нужд людей, а не только для корпораций, которые их продают. Может, и к блокчейну уже посерьезнее начнут относиться высокопоставленные лица. Хотя технология может в принципе заменить надзорные органы, поэтому кому там это выгодно. Но и не все же на технологиях строится. Даже сейчас, если пробраться сквозь гущу новостной грязи и ботов-провокаторов, мы увидим множество примеров самоорганизации населения. Нам, как обществу, тоже просто необходимо меняться, быть заботливее, что ли, с окружающими. Так что делайте все, что в ваших силах, чтобы помогать. Не выходите из дома, это тоже помощь. И я не буду говорить, что никогда не было так просто спасти мир, оставаясь на диване. Сидеть под 2 месяца дома – это действительно испытание. Неважно, в одного вы или с кем-то, и там есть свои нюансы. И да, никто не дает медаль за то, что ты более осознанный такой сидишь дома, а не на шашлычках с пацанами. Не знаю, могу тебе лайк на коммент поставить с количеством дней, которые ты на карантине сидишь. Хочу напомнить, что эта зараза может сидеть в вашем мощном теле и не проявлять никаких признаков своего наличия, и в то же время через вас заражать других, у которых тело может оказаться не таким мощным, как у подписчиков на Сталкер. Тут тоже как бы думаете, понимаете, вообще оцениваете ситуацию нормально. Еще раз хочу напомнить вам пройти по ссылочке в описании, это нам как-то очень поможет, как нам. Теперь это полноценное ван-мен-шоу. Под конец хочу напомнить, что у тебя твоя жизнь – это тоже ван-мен-шоу, так что не жди знаков, лучших моментов, рассчитывай только на себя. Но не отказывайся от помощи, не стесняйся ее искать, если она необходима. Просто легче сразу настроить себя на одиночный режим, а потом, если тиммейты появятся, будет еще легче. Покажем YouTube наши пальчики, комментарии по теме или нет, распространение видео на Невиртуса тоже хорошо. Виртусов с победой! Маме здоровья, все, пока, а то я сейчас уже опять поплыл, пойду
полью фикус, спрошу, как у него день проходит. И это не первый успех Blue Dot'а. На его... Да, сука.